Здравствуйте, дорогие друзья! Традиционно с тренинга у нас проходит прямой эфир. Сейчас несколько вопросов. Все в осознании, все проживают свои опыты. Несколько вопросов добрым людям. Тренинг называется «Где деньги?». Алексей, какие осознания у тебя? Расскажи, что произошло в этом тренинге? Осознаний много. Ниночка, выключи, пожалуйста. На самом деле, нужно еще все пережить, то, что здесь происходит. Наверное, не могу сразу ответить. Слава тебе, Господи. Добрая девушка. У меня главное осознание, что даже нужно расслабиться, не надо ничего добиваться, жить в кайф здесь и сейчас. Какое счастье! Вот оно счастье, где человеческое. А что скажут нам добрые девушки? Зачем приходила? Что получила за это? Приходила за одним, получила вообще другое, чего не ожидала и, наверное, даже не была к этому готова. Но поняла, что нужно уже принимать ответственность. Слава тебе, Господи! Светлана? Я приходила за самой собой, чтобы собраться в себе, узнать о себе, увидеть то, что закопала, зарыла. А увидела что? Ну, как раз это и увидев. Какое и до сих пор пребываю в таком... В увидении, да? Да, в увидении этого всего. А что скажет нам амбициозная девушка, которая пришла сюда за 6 миллионами долларов? Это не только за этим. Это не только, один, да? Из пунктов. Один из пунктиков. Я счастлива. Я счастлива с вами познакомиться, счастлива быть здесь, находиться в этих энергиях. У меня просто огромное количество осознаний пришло. И вот она вся исписанная тетрадочка, это вот маленькая часть. И работа продолжается по опыту тех процессов, которые были с мамой, с папой связаны, они сейчас еще меня догоняют. Я представляю, как будет вот меня этот тренинг еще дальше несколько месяцев догонять. Дальше больше по-другому? Да. Вот у нас удивительная женщина, которая, несмотря на вчерашнюю зацепку со спиной, пришла, шла. Я наконец-таки сбросила этот рюкзак и научилась к себе по-другому относиться и... Надеюсь, я научусь себя любить. Слава тебе, Господи! Благодарю вас за все это. Добрые девушки. Добрые девушки. Добрый день всем. Я пришла навести порядок в голове. И просто благодарность моя огромная Вселенной за то, что она вывела меня через Сашу Звереву на вас. Это просто реально счастье какое-то. Я рада оказаться здесь. Я поняла направление, в котором я пойду, в котором начну, вернее, наводить порядок в своей голове. Слава тебе, Господи. Так что благодарю. А вот добрая девушка, которая убегает, и которой я хочу обратиться, которая сделала сегодня подарок всем. Рассказала, какой у нее был сахар до этого и какой сахар был утром сегодня. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, про эту историю. Я Мария. Сладкая женщина. И благодаря вот этому занятию, этому семинару, я получила такое глубинное осознание, что сладость жизни, она в другом. В принятии себя такой, какая я есть. А я славна, и я вам благодарна. Это. Какое счастье. И я благодарна всей группе, я очень благодарна каждому индивидуально. Почему? Потому что благодаря принятию меня такой, какая я есть, вы помогли мне, помогли проработать. Я очень благодарна. Я благодарна небесам. А расскажи, пожалуйста, какой сахар был и какой утром сегодня был? У меня утренний сахар был 11 всегда.
Сегодня был 8,1. А дневной у меня всегда был 15, ну, где-то 12, вот такой. А вчера я приехала, померила сахар, у меня был 6,8. Я так счастлива, я так благодарна. Слава тебе, Господи. Это что значит осознать? Осознание. Осознание – это глубина глубины. Да? Принятие. Вот понять, что небеса, Бог, Творец, Он настолько обо мне заботится и говорит: Маша, да тебе дальше нужно двигаться и идти. Там еще сладость жизни более интересная, более красочная. И она многогранна. Раскрывай. Слава Получай тебе. Удовольствие от жизни. Это дорогого стоит. Благодарим вас. Я благодарна. И каждому. Вот еще одна прекрасная. Столько прекрасных мужчин и женщин сегодня. Эдгар, я в восторге. Какое счастье. И я хочу сказать то, что через каждого человека я получаю все ответы на свои вопросы. Через каждого. Вот кто бы что ни говорил, это все есть во мне. Здорово. Я благодарю, я всех благодарю за то, что я все это вижу в себе, и все это открывается. И... Все замечательно. Идем дальше. Слава Богу. Еще одна прекрасная девушка. Эдгар, благодарю тебя за 2 дня тренинга. Просто огонь, космос. В голове такое идет. Просто вообще образы, картинки, с которыми вытаскиваешь это все. Растворяется мгновенно. Нет слов. Слава Богу. Но мне хочется еще к мужчинам обратиться. Они у нас... Мужчины всегда у нас на втором месте на тренинге, да, так как женщины у нас самые такие интересные. 2 дня практически прошло, еще тут осталось пару осознаний. Что прожил, что прочувствовал? Осознать его даст вытащить из себя тот потенциал, который где-то закопан, раскрыть его. Да, когда мысли нет в голове, скажи, как прикольно доставать какие-то фразы. Это такое состояние удивительное, когда даже зацепиться в голове не за что, да? И вот... Начинаешь искать мысли. Классно. Благодарю. Катерина. Благодарностью к Эдгару за то, что раскрыл столько осознаний в себе я нашла. То, что... Увидела то, что давно было скрыто, приняла в себе это, полюбила себя. И еще буду раскрывать, и все благодаря Эдгару. Даже не полюбила себя, а вспомнила, что любила себя. Да. Вот это так здорово вспомнить. Вспомни, что люблю. Удивительная девушка. Я просто благодарна за все, что здесь происходит. Вот когда я тебя позвал на тренинг, сказал, приди, вот тебе после консультации, да, приди, тебе вот, ну, надо осознать то, что мы говорим, да, вот эти осознания, они пришли? Да, пришло намного больше. Чем хотела, да? Я вообще молчу, ни с кем не разговариваю, что меня родные даже не узнают, говорят, что с тобой. Какое счастье, какое счастье. А это у нас девушки из Владивостока, да? С Биробиджана. Какой был вопрос? Никакого. Что осознала? А, да вы знаете, ты знаешь, пока ничего не осознала особо, но у меня очень много мыслей в голове, которые хочется вот вечером прийти одной, посидеть и все вот это как-то сложить и какой-то, ну, разобраться что-то где-то. Быть какой-то найти решение. Может, давай соберемся уже, хватит разбираться в этой жизни, да? Разбираемся. Собраться. Да. И найти путь. Слава тебе, Господи. А что нам скажет другая красивая девушка? Я тоже благодарна тебе, людям, которым... благодаря которым я здесь. Я не ожидала вообще как бы от семинара, но я могу сказать пока сейчас на данном этапе, что моя жизнь вчерашнего дня не будет прежней. Но она уже, ну, не прежней. И она не будет больше прежней, какая она была. Мне тоже надо еще собрать все в кучу, я пока мало понимаю. А черт, знаешь, как говорит, я, говорит, ничего не понимаю, но меня штырит и колбасит. Да, штырит и колбасит, это вообще слова прям такие. Точный. Здорово. Да.
благодарю всех. И тебя. Я тебе благодарю. Еще одна добрая девушка. Два слова. Все, что вокруг тебя, это мир в тебе. И чудеса есть. Говорю точно, они да? есть. Слава тебе, Господи. Благодарю тебя, дорогая. Так, ну это гости из Комсомольска. Зайца уже нет в Комсомольске, им нужно в Хабаровск было приехать. Благодарю тебя, Эдгард. Второй раз у тебя на тренинге. Второй раз опять осознал, что Бог жизнь-то прекрасна. На самом-то деле, чем сидеть и думать всякие выдумывания. И изобретать то, что на самом деле того и нету. Просто пустая голова. Придумывать себе иллюзии, да? Прикольно же. И потом их проживать мужественно. Благодарю тебя, Эдгард. Прям вот от всей, от всего, от всей себя. Благодарю, Эдгард, вот от себя полностью, от своего всего я внутреннего. Ну, есть направление задано. Слава тебе, Господи. Собираться. Будем собираться в этом направлении полностью. И опыты, конечно, приходят там, трэш полный, внутри себя. Слава Богу, слава Богу. Пойду-ка я доберусь до вот того великого хорала, пьющего чай. Нина. Эдгард и здравствуй, Нина. Многочисленные нашего замечательного гуру. Не-не-не-не, вот этой мази меня точно мазать не надо. Не надо? Разреши хоть. У меня прыщи от нее, нет. Да. Я тебя благодарю. Ну, я уже рассказывала, как трудно я сюда добиралась. Прошла массу сопротивления. А скажи, как хотела убежать. Как я хотела убежать, но все было против меня. Не знаю, кто это подстроил, мое сознание или ты, Эдгард. Конечно. Уже не удивлюсь ничему. Убежать не получилось, я познакомилась с прекрасными людьми. Это когда прокачиваешь свою сферу дружбы, общения, когда ты встречаешь единомышленников, с кем говоришь и думаешь на одной волне, когда ты видишь человека, который открыт и готов делиться своими знаниями, и получаешь осознание прямо в процессе. Это реально очень круто. Я всем советую приехать к Эдгарду, потому что прямые эфиры – это, конечно, хорошо, но когда ты можешь обнять этого большого и мягкого человека, очень сильного, это прям заряжает энергией. Я благодарю тебя. А самый главный момент, Нин, с каким другом ты сегодня познакомилась-то самым лучшим? Даже не знаю, с каким. Не знаю. С собой. Какое счастье! Кто увидел-то всех этих замечательных людей? Какой друг-то увидел? Какое-то счастье. Ой, да, не говори, мы много лет живем с собой. Единственный человек, который всегда всю жизнь рядом с нами, это мы сами, мы себя не знаем. Мы себя не знаем. Как здорово себя принимать такую, какую ты есть. Как здорово себя открывать. А скажи, какого сегодня ты прекрасного человека раскрыла номер два? Эдгард, кого? Да мужа-то любимого своего. Какой он прекрасный, Бог. Да, я не знаю, даже вот вы договорились или как, потому что Эдгард всех мужчин на тренинге называет святыми людьми, потому что большинство участников тренинга это девочки, и у нас, оказывается, всех шикарные святые мужья, у которых крылья за спиной, и которых мы должны холить или леять. Потому что женщина это... умножитель, а мужчина – это делатель. И мы можем своих мужчин стимулировать на большие и великие дела. Благодарю тебя, дорогая. Благодарю тебя, Эдгар. Вот еще одна прекрасная девушка. Она не хочет говорить, она прячет. Она сегодня открыла тоже одного самого святого человека в своей жизни. На самом деле, о чем бы мне и хотела сказать, цель моей поездки сюда – это хотелось бы собраться. Получилось у меня или нет, но это, наверное, покажет время. Но я благодарна всем, кто сегодня здесь присутствует. И вам, и тебе, Эдгард, за то, что тема такая поднимается, поскольку она актуальна. Многих она волнует. И хочется, наверное, жить. В первую очередь, не просто жить, а счастливо. А когда осознаешь, что ты и есть сама жизнь, это же такое счастье, да? Но это у нас все еще впереди. Да.
еще одного мужчину. Сейчас попросим сказать два слова. И будем закругляться уже. Скажу коротко просто, Эдгард, это такое чудо удивительное, которое дает именно вот понять, что нужно жить здесь, сейчас. Поэтому огромная благодарность Вселенной. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Дорогие друзья, мы идем дальше, ведь дальше больше по-другому. А вот у нас девушка с Казани еще. Подождите секундочку. У нас сегодня Казань здесь. Девушка с Казани. Два слова, пожалуйста. Зачем вы приехали в столь дальний путь, в этот красивый город Хабаровск? Он очень красивый. Он очень светлый. Даже у меня не было времени обойти этот город, но я чувствую его, какой он светлый и прекрасный. Мне это очень нравится. И как девушка сегодня, она сказала, ты приехала ради тренинга сюда, из Казани? Для меня это как-то... Это не в первый раз. Об этом говорят мне. Говорят, а ты бы дождалась лучше бы, ну, там, в Москве где-нибудь. И я говорю, ну, это же 2 месяца, это 60 дней. 60 дней в никуда. Ну, тоже как-то... Нечестно, да? Да, вообще никак. То есть 60 дней моих золотых прекрасных дней я могу сейчас провести в осознанности. Я прилетала сюда 3 марта и могу сказать, что это было прекрасное время, прекрасный опыт, где я такое ощутила, и у меня ушло туда, куда должно было уйти. И я осознала весь этот опыт, что я не смогла. Слава тебе, Господи. Но здесь я сейчас осознанно и понимаю, что теперь я буду делать. И благодарю тебя. И благодарю вам всем за то, что вы дали мне осознать и понять. И это очень прекрасно. Слава Богу. Еще одна прекрасная девушка листает интернет. Хочет рассказать два слова. Можно ничего не говорить? Жалко тебе для народа, да? Да. Ну, она сегодня жадина. Да, ты сегодня жаден. И слава тебе, Господи. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.